Такой козий жир мне достался бартером за лечебный нафталиновый крем. Ну, благодарность, наверное, просто мне дали хороший свежий козий жир. Буду его топить. Привет, буду топить козий жир. Вот я его порезала мелко. Ну, еще помельче буду. И буду топить на водяной бане. Так, что-то у меня топится. Просто кастрюлька не очень большая. Остальное я все порезала. Вот первый, который перетопился у меня. Из кастрюльки я половником убрала. Так, вот одну баночку я перелила. И сейчас она остынет, поставлю в морозилку. Немножко медленно он у меня топится, но зато на водяной бане это лучше, чем на открытом огне. Ну, по крайней мере, для косметических средств. Не для крема. Он так более полезнее, с моей точки зрения. Чуть больше времени, но зато классный получится продукт. Так, я потихонечку, вот сейчас это одна баночка готова. Сейчас вторую сделаю, а потом буду переливать вот в контейнер. И все, в морозилку. В этой маленькой баночке уже белый, уже застыл. Здесь я потихонечку добавляю. У меня там кастрюльки топится. Я потихонечку добавляю. Посмотрим, сколько будет с этого тазика. Вот у меня почти полный контейнер. Получился. Сейчас остатки
баночки и контейнер. Получился. Ну вот. Получился целый контейнер и пару баночек. Ну все, он застыл и побелел. Теперь можно в холодильник морозилку. Пока.